Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Пасха для всіх! Як Свято-Успенський собор Дніпра разом з благодійним фондом «Добровольці» допомагає прохожанам та нужденним, сьогодні будемо цікавитися у наших спікерів. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» настоятель Свято-Успенського собору Дніпра протоієрей Тимофій Кучук та керівниця благодійного фонду «Добровольці» координаторка волонтерів Юлія Михальцова. Я рада вітати вас в нашому прес-центрі. Перед тим, як ми почнемо говорити безпосередньо за пасхальні привітання, хочеться дізнатися, чим займається благодійний фонд «Добровольці». Тому, пані Юлія, передаю вам слово. Здравствуйте. Благотворительный фонд «Добровольцы» создан на базе социального отдела, который уже существует уже 4 года и кормляет малообеспеченные семьи, многодетные, нуждающихся, в принципе, всех социально незащищенных слоев. Когда мы уже это переросли, то поняли, что надо создать уже благотворительный фонд, который мог бы дальше, чтобы это был низкопороговый проект, мы кормили в центре города, для того, чтобы развиваться, создали благотворительный фонд, для того, чтобы объединить людей. И такая проблема в городе есть, и эта ниша не занята, и, в общем-то, мы с нее и начали. Мы кормили и в пандемию, в первую волну, и во вторую волну не прекращали, и как бы это востребовано, но так как это у нас низкопороговый проект, поэтому мы хотим развиваться дальше, и для нас очень важно то, что нас поддерживают уже на этом этапе, нам год, и нас поддерживают люди, мы объединились, их, этих людей, добровольцев очень много, они разные, это просто обычные простые люди, которые вот красивые дела делают простые обычные люди, это могут быть и работники офисов, у нас и студенты, и просто, ну, это может быть любой человек, и даже удивительно, что вот они объединяются под таким общим добрым делом. Сейчас и работает, не прекращает работу и благотворительный фонд, то есть это кормление, это специально оборудованный автобус. Добровольцы, которые мы выезжаем, команда, это социальный работник, медработник, доврачебная помощь медицинская и человек, который на месте, раздача еды, это 3 раза в день, ежедневно, кроме 6 раз в неделю, кроме воскресенья. Вот социальный отдел работает, мы выдаем продуктовые наборы раз в месяц, просто поддерживаем людей, это работа со случаем. Если человек попал в какую-то трудную ситуацию, мы всегда можем помочь. Если украли документы, там, например, мы помогаем отправлять человека домой или трудоустроить его, например, если у него там какие-то временные трудности возникли, или же помочь сориентироваться, то есть если человек, вот попадает взрослый человек в трудную такую жизненную ситуацию. Вот, ну. Дякую за відповідь. Пане Тимофій, можливо, вам є що додати? Чому виникла необхідність у створенні такого благодійного фонду? Чому ви його підтримуєте? Будь ласка. Ну, добрий день. Хотілося б все-таки почати з поздравлення з наступаючою Пасхою і пожелати, щоб ми испытали эту радость, к которой очень многие готовились на протяжении всего Великого Поста, потому что это важно. А в отношении радости важно, что есть такое понимание, как необходимо делиться. И когда мы делимся, то, например, если радость, то она только преувеличивается. Да? А даже если когда человек постигает горе, и это несчастье, это горе поддерживают, чтобы его преодолеть множество других людей, то это горе уменьшается. Вот такая действительно интересная взаимосвязь. И, конечно, когда вот создавали эту такую вот организацию, благотворительный фонд «Добровольцы», мы так и написали, что это «Добровольцы», то есть люди доброй воли, которые направлены на то, чтобы помочь всем тем, которые нуждаются в этой экстренной, наверное, помощи, и объединиться вокруг доброго дела. Слава Богу, Божьей помощью это все получается. У нас много действительно людей приходят и хотят вот поделиться своей радостью и поддержать людей в этих трудных обстоятельствах. Мы призываем также к тому, чтобы в эти пасхальные дни, которые нам следуют,
А мы не забыли о том, чтобы, если мы хотим приумножить радость в наших сердцах, в наших семьях, то испокон веков такая была традиция помогать и раздавать и помощь, и милостыню, поддерживать всех тех людей, которые нуждаются. И вот кто желает скрасить свой пасхальный праздник, действительно может также поучаствовать в этом благом деле. Какое бы направление оно ни касалось. У нас есть гуманитарный склад, который там собирают вещи, приносят разные вещи для того, чтобы поддержать этих людей. Например, вот в эту зиму для многих это оказалось таким большим подспорьем, потому как они не имеют возможности ни постираться, ни помыться даже. Мы от них отворачиваемся зачастую, потому что они там плохо пахнут. Или это, когда же даем новую чистую одежду, или, по крайней мере, которая постиранная, приведенная в порядок, то это дает им возможность как-то обновиться. Та же еда. Для многих именно этот год был очень самым сложным, зимний, я имею в виду, период, потому как ввиду карантинных мер многие такие мероприятия социальной помощи, они были сокращены. И, конечно, вот активная гражданская позиция самих горожан, проявляемая в таких вот организациях, она действительно помогает решить эту проблему и облегчить даже тому же государству поддержку этих бедных людей. И, конечно, Церковь православная, она всегда занимается и занималась этим социальным служением, это как ее обычное явление, потому как вы же видите, что нищие, убогие, те, которые попали в трудные обстоятельства, они не толпятся возле банков или возле там каких-то таких учреждениях финансовых, когда, в которых наоборот эти деньги есть где-то, они зачастую пребывают возле храмов Божьих в надежде о том, что туда люди приходят, умягченные сердцем, которые настроены на то, чтобы как-то откликнуться на чужую беду. Поэтому, конечно, церковь в этом случае является таким подспорьем, таким местом объединения вот для этих добрых дел. Ну, хотелось бы еще действительно сказать о том, что вот этот странный автобус, который у нас ездит, там добровольцы, которые горожане уже видят, и они достаточно вначале только удивлялись, это еще год назад, когда начиналось, сейчас уже многие привыкают и наоборот даже подходят и спрашивают о том, что какое мы участие можем в этом приложить, и как раз многие присоединяются к этой деятельности уже через такое явление, как автобус этот «Милосердие». В его экипаже, там, как вот уже говорили, присутствуют и медицинский работник, и социальный работник, и просто волонтер, тот человек, который помогает в кормлении. Естественным образом больше всего необходимо даже просто живое общение с этими людьми, чтобы помочь им как-то вернуться к этой реальности, почувствовать себя тоже участниками все-таки этой общей жизни. Потому как, на жаль, одна из проблем бездомных людей – это их внутренняя отчужденность и внешняя отчужденность со стороны общества. Эти люди есть, были, они, наверное, и прибудут, но их Господь попустил в существование не для того, чтобы вот просто это было страдание, а для того, чтобы мы, со своей стороны христиане, те люди, просто даже любых, там, даже вероисповеданий, наверное, могли проявить милость, могли проявить любовь. То есть проявить те человеческие качества, которые так необходимы, как определение личности и индивидуально, и народа в целом. Поэтому считаю, что и желаю, чтобы такие явления, такие фонды, которые занимаются этими людьми, занимаются ихними и проблемами, и печалью, становилось все более и более, для того, чтобы мы действительно могли помочь.
А вот как это реализовывается, мы видим о том, что, например, когда мы начинали ездить, их не вид даже составлял нечто совсем другую картину. Когда мы их несколько и насытили там, и одеждой, там, и кормлением этим, вы можете посмотреть на наших социальных ресурсах, там, как они меняются. Некоторые там рассказывают стихи, некоторые там желают там всего самого доброго. Когда были особо сложные моменты карантина, некоторые даже так вот со слезами молили и просили о том, чтобы это не останавливалось. И, в принципе, вот этот вот такой социальный заказ востребованности, он побуждал вместе с совестью христианской каждого из нас выходить на это поприще и трудиться. Поэтому призываем вас разделить радость, ее приумножить, призываем вас разделить, наверное, и уменьшить эту боль, которая живет в этих сердцах, в этих людях, чтобы Пасха действительно она была деятельна для каждого из нас. Ну, с наступающим праздником! Дякую вам, дякую за відповідь. До речі, і пані Юлія зазначала, що серед добровольців взагалі різні люди, як і офісні працівники, і будь-то інший. Ви зазначали, що до вас там приєднуються, побачивши автобус. Яким чином саме стати от частиною, розділити, як ви сказали, от допомогти людям, які цього потребують, як приєднатися до благодійного фонду? Ну, все достаточно просто, это надо просто иметь добрую волю и желание и обратиться в социальный отдел Новоспенская 16, и в принципе тут мы проходим каждый там доброволец анкетирование, потом просто беседу и определяем, чем человек хочет заниматься, чем он может помочь. То есть это может быть или помощь на гуманитарном складе, или раздача там пищи, или же просто сопровождение. Есть такой патронаж, который в больницах. То есть так как люди сейчас очень многие инвалиды, после этой зимы ни в одном территориальном центре не были открыты пункты обогрева, и поэтому очень большое количество обморожений, люди потом попадают в отделение там, гнойной хирургии с ампутациями, ну и после этого практически у них нет возможности дальше жизни на улице, потому что это обречено, то есть инвалиду очень тяжело выжить на улице. И у нас есть так называемый такой патронаж, когда мы просто сопровождаем этого человека, пытаемся восстановить ему документы, устроить его, то есть не бросить, не оставить его в этой беде. Вот. Это тоже очень востребовано. Также нам нужны всегда добровольцы-водители, добровольцы, те, которые могли бы вести там, и наши там, социальные сети, которые могли бы рассказать о нас, добровольцы, которые, там, не знаю, помощь в приготовлении еды. Ну, то есть всегда каждому найдется место по душе и по тому, как он, вот, как он это видит. То есть место есть для каждого, поэтому ждем всегда помощи, нуждаемся. Тобто така є оманлива думка, що волонтер – це людина, яка може витратити кошти. В першу чергу це навіть не матеріальна допомога, а саме ось така допомога в руках. Я дякую вам за відповідь. Скажіть, будь ласка, про благодійну акцію до Великодня «Пасха для всіх». Ви вже за неї почали говорити. Якщо більш детально, що саме буде відбуватися протягом якого періоду, коли це буде, і що буде робити благодійний фонд разом з Свято-Успенським собором? Спасибо. Ну, мы сейчас уже готовим, и уже многие вещи приготовлены, которые, потому что у нас это постоянный процесс такой социальной работы. Сделаны многие там куличи для того, чтобы мы раздавали именно вот в первые пасхальные дни. И вы же понимаете, пасхальная радость, она самая длинная праздничная такая череда. Это и Светлая Седмица, Пасху мы празднуем 7 дней, потом последующие там множество дней светлых, которые мы всегда воспоминаем, это пасхальной радости. Поэтому на протяжении всей Святой Пятидесятницы мы будем собирать и раздавать праздничные такие и социальные пакеты, и
продукты питания и кормления. Хотелось бы в эти светлые дни наполнить радостью. Радостью даже простой такой, даже вот изменение и рациона. Потому что, например, там, кто там жертвует там, определенные там, мясные продукты, там, и готовят уже более и, там, насыщенное там, для наших подопечных уже кормление. Ну, хотя мы постоянно там вот очень разнообразно их кормим, но когда приезжают и люди тоже приносят, делятся своими вещами, потому что совершенно уместно Великим постом было провести такую проверку своих шкафов и вынести оттуда все то, что в принципе человек готов поделиться, и поделиться не то, что вот я хотел бы выбросить это, а себе оставить хорошее, а то, что действительно поможет этому бездомному и будет. То есть на протяжении всех этих там, ближайших дней мы пытаемся сделать так, чтобы этот праздник дошел до каждого этого бездомного, нуждающегося, и каким-то образом коснулся их сердец. Поэтому призываем непосредственно в эти дни более активно принять участие в этой общей деятельности и поделиться той радостью, которую каждый из вас переживает, и принести, как возможно, и продукты, вещи в наш гуманитарный склад, принести и свой труд, может быть, для того, чтобы поехать и просто пообщаться с этими людьми. Особенно мы призываем тех, которые сейчас, трудно же, кризис, вот, и все переживают множество проблем, и многие думают о том, что ну все, жизнь закончилась, и как-то уже так тяжело, и все остальное. Те, которые приходят и с нами трудятся, они получают такую, знаете, там, духовную реабилитацию. Они, пообщавшись с этими людьми, какие они бывают жизнерадостные, какие они бывают даже ну, цельные, даже достаточно свободные, они начинают распрямлять плечи, у них вырастают крылья, они начинают понимать, что не все складывается только в одну ихнюю проблему личной жизни, а есть те люди, которым ты помогаешь, и твоя жизнь меняется. Поэтому вот эти вот пасхальные радостные дни призываем в ежедневном, ежечасном, постоянном таком труде сделать чью-то жизнь лучше. Вот такая акция «Пасха для всех», она может быть разная. Кому-то пасхальное яичко, оно уже принесет большое счастье, радость и утешение, потому что им действительно вот такие, казалось бы, мелочи, может быть, для нас, которые уже там привыкли ко многим вещам, которые нас окружают, а для них является это большим счастьем и большим утешением. Спасибо, Господи. Дякую за відповідь. Сподіваюсь, наші глядачі почули вас. А, будь ласка, запитання. Ви сказали, що вже существує проект ГОД. Да? Можна ну, как бы обозначити хоча б, скольким людям удалось помочь, или скольких накормить, или оказати медицинську допомогу? Ну, вот, о яких ми об'ємах, якщо можна так сказати, в людях говорим? Наскільки це дійсна допомога для міста, для людей? Спасибо. Это сухая статистика, но за ней как бы это труд и люди, и наши добровольцы, поэтому я просто зачитаю. За прошлый год в мобильный пункт помощи автобус добровольцев выезжал в рейс 820 раз. Кормление бездомных, доврачебная медицинская помощь, социальное консультирование осуществляется волонтерами. В автобус добровольцев в местах стоянок автовокзал, район Северного рынка, по улице Коцюбинского под Новым мостом, также проспект Мира. 4 стоянки у нас и пункт раздачи пищи. На стоянках автобуса мы выдали 68 350 порций горячих обедов. Гуманитарный склад обеспечил одеждой 4820 человек. Малоимущим семьям были выданы 1560 продуктовых наборов за прошлый год и восстановили документы 5 людям. Отдельно хочу сказать про медиков-волонтеров. Их труд неоценим, потому что очень многие люди, которые не могут обратиться за помощью
официальной медицины, потому что, например, у них нет документов, и они не могут попасть, у них нет декларации, они не могут попасть к семейному врачу. И почему человек, например, бездомных убивает, ну, не жизнь на улице, а именно они умирают от болезни, которые можно лечить. И вот когда выезжают медики наши, они могут определить уже, насколько там какая-то сложная ситуация. Очень много раз мы вызывали на место скорую помощь. Человека надо при этом сопровождать для того, чтобы скорая таки забрала его, и потом сопровождение в больнице, потому что оно требует еще финансовых затрат для того, чтобы человека поставить на ноги там, или помочь там, в какой-то проблеме. Вот мы уже, если как бы сопровождаем, этого человека не оставляем. Медики-волонтеры 260 раз выезжали в РИС, к ним за помощью обратились 2600 человек. Из них были госпитализированы, пролечены гнойно-септическом отделении 4 человека. За время работы автобус командов медиков-волонтеров выезжало 192 раза. Это еще тоже дополнительные цифры. Вот. Ну, чаще всего бездомные обращаются с обморожениями, ожогами, так как они ночуют на теплотрассах, также получают как и обморожения, так и ожоги. Хронические трофические язвы нижних конечностей, инфицированные раны, рожистые воспаления, просто какие-то, любой там грипп, простуда приносится на улице совершенно в другом, уже намного тяжелее. Поэтому какие-то безрецептурные препараты мы просто раздаем, и если там уже требуется действительно помощь, консультируемся с врачами, то есть у нас налажено общение как бы с врачами, мы можем с ними там проводить консультации, фотографируем, отправляем, они, ну, как бы нам помогают дистанционно. Вот. Дякую вам за відповідь і дякую за нашу прес-конференцію. На жаль, час її добіг кінця. Сьогодні говорили, як Свято-Успенський собор Дніпра разом з благодійним фондом «Добровольці» допомагають соціально незахищеним мешканцям міста. Розповідали нам про це наші сьогоднішні гості, настоятель Свято-Успенського собору Дніпра протоієрей Тимофій Кучук та керівниця благодійного фонду «Добровольці» Юлія Михальцова. Ще раз вдячні вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемагайте. Макайте.